Продолжаем сегодняшнее видео. Значит, Arcade Hunter, как обещал, обновление. Значит, внепланово оно вышло. 1.9.4. Значит, пофиксили критические удары. Как раз у этого Фессалиса. И добавили... Card Hunt Battle. Это карта охоты. Вот. Теперь их два вместо одного. И вот у нового персонажа баф скилл. Теперь он вместо двух скелетов, да, при смерти врагов призывает аж троих. Теперь что дальше еще? Максимальное число звезд до 4 на мифических вещах. Вот это интересно. Ну-ка давайте глянем. Equipment to 4. Интересно, что это значит. Сейчас крутанем. Ну, кстати, может быть, с такими вот багами обновлениями наберем 1500 на нового персонажа. А заодно сундучки откроем. Здесь вроде ничего. Выковать. А, нет, не. О, усилить. То есть теперь мы можем усиливать не до одной звезды, а до трех, что ли? Так я понял. Max Stars 4. То есть теперь до 4 звезд, что ли, можно увеличить? Не знаю, надо будет проверить. Вот. Увеличим, посмотрим. Вот такая вот канитель обновления. Ну, даже скорее фикс тех навыков, которые есть. Ладно, будем разбираться. Всем пока-пока.